Fresh meat. Всем привет! В последнее время я немного изменил свой закуп на Pooja, и к удивлению, я перестал проигрывать. Также для тех, кто не в курсе, у меня есть своя сборка на Pooja, и если что, она сейчас топ-1 в списке. Если интересно увидеть ее, то под видосом будет ссылочка на сборку в доте. А также хочу попросить вас подписаться на канал, осталось совсем чуть-чуть до 100 тысяч. Всем приятного просмотра. Топор надо будет брать или нет? Я в любом случае пикну. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это опасный парень, очень опасный. Лансер, неплохо. Буду брать все стики сразу. Два брайсера, фейзы. Конечно, медовый омник. Тяжело. Но у нас есть Лина, которая должна, по идее, тоже устроить нормально. Ну, Лина против омника, не знаю. Но омник сейчас очень сильный. Ага. Лина уже сдохла от омника. Близ. Вау. Интересный такой моментик. Возвращайся, но умирает. Давай, да. ТП 3 секунды. Нормально. На допель его развести. Ну а что дальше мог, не? Как будто... У меня 6 есть. Я просто... Go дайвить под глиф. Парни, его смотрим. Мы Пейла убиваем, нормально все. Ластер сир с тенками. Блин, там такие, конечно, интересные телодвижения, но я не знаю, как мне пойти, если тут топ свободен. Больно вообще с катапа, я пробую пропушить. Можем омника на миде убить? Да, ну, надо нету. Надо тавр открыть. Нормально. Парни, го топ. Да-да-да, я просто не мог, я боялся открывать его сам. Не хотел умирать. Ну, ё-моё. Он микс актив. Актив какая-то. Иллюзия у него. Боже мой. Застамин. Да-да. Ну и, конечно, курьер летит просто кайфово. Это пейсбокс. Парни, давайте не надо. Я с вами. Найс. Омник здесь сзади. Через 4 секунды похилю его. Ой, подсажу. Найс. Да, против таких героев нельзя тратить хук просто так. А фантомка умирает, парни. Лечу. Закинь меня. Зна нам тут всем. Смотрю ЛПЛ. А, не, он сзади был. Томника мажем. У меня парень не хватит. Он столько быстрый под этим всем. Нормально.
Чисто веник, пятерочка. То есть он не смог себя не похилить, ничего? Он заминировал, но... Тапок заминировал или что там? Могилу свою заминировал. Понял. Там мартетке чуть-чуть помощь нужна. Ой, блядь. Где ты фармишь? Почему тебя пиздец всегда? Драгоман, я твой фанат. Гон у тебя госмок. Глиммер. Бля. Блять. Ты чё делал? Что происходит? Я двоих хотел тебе. Вижен? Нету. Здесь проверить здесь. Да, есть, есть. Драгоман, а что такой ранг хуёвый у тебя? Не знаю, просто по кайфу играю в доту, мне пофиг на ранг. Понял. Так, самое главное, это вот в таких моментах, когда мы типа жестко доминируем, это найти возможность добиться аганим. Потому что сейчас начнется беготня. Ладно. Да. Ну, чуть-чуть, видишь, не повезло как. Да, я его сам затыкаю. Меня может инсейвить. Два байбека. Да, я ошибся. Чё-то далеко мы, парни. Да, есть чуть-чуть такое. Подземелье драконов, Краш и много других игр можно найти на Dragon Money. Ну вот, например, возьмем тот, что мне больше всего понравился. И Райзорице нужно проходить уровни и вовремя выйти, чтобы вас не съел дракон. Ну про Краш и так все знают. Нужно вовремя нажать кнопку, пока не крашнулась игра. Dragon Money работает уже более 5 лет и имеет кучу положительных отзывов. На сайте есть все способы пополнения и удобный дизайн. Также сайт каждую неделю выдает кэшбэк в 10%. Ссылочка с моим личным бонусом будет в закрепленном комментарии. Слушай, они поставляются. Они вышли, гоу пиздимы. Найс, вот это. Аккуратно, парень, 10 секунд до ультимейта, можно бить. По боту, да? По боту можно, да. Не-не-не, ломать как-то. Го-го-го, по боту. Глиф ебали. Ой-ой-ой, хорошо. Омник скипает. Пусть он. Блять. Они гниют. А там стоящий был, боже. Я просто стоял, никого не жал, чтобы еще Лину засейвить или еще кого-то. Потому что там дохрена иллюзий, дохрена стана, вот этого говна бесполезного. Я думаю, да лучше засейвить кого-нибудь. Будет в разы профитней. Спасибо за игру, Галнекс. ГГ, парни. Я поставил себе бинты на курьера, у меня кнопки пропали все. Хорош. Я поставил бинты на курьера. Опа. Рики Керри. Ого. Давно не видел. Ой, задрот на Димбере. Ой-ой-ой, задротище. Меня.
Ладно, ну, очевидно, что я сдохну, так как я тут самый этот... А, прыгнул. Ладно, Рикки будет лохопешный. Я хотя бы экспу чуть получил, но все же. Грустно, что у него не было этой штуки, я не заработал пассивку. Ай-яй-яй. Ну ладно, чуть-чуть подождать. Либо сразу кидать. Стой, подожди, так. Клок здесь. Ну, ладно. Да что ж вы доебались именно ко мне? Да, танка. Клок здесь, можем убить его. Надо просто типа идти за ним, потому что если ты хотя бы один раз ударишь, он тебя откинет когами. Ну это пиздец какой-то. Меня просто соло-герой убивает. А так Рубик его сейчас просто убьет соло. Что я вижу? Боже мой, что я вижу? Рик он ми. Плюс один, мы можем Рикки убить. Мы с Микки идем. Дай мне даст, гимми даст, гимми даст, пробно, гимми даст. Меня тут напали парни, но им плохо. А, тут 4 героя. Ну да, им плохо. Они даже меня не могли толком пробить. Я там Рикки просто так высаживал по хп. Мне надо, чтобы меня погнать, чуть подхилила. Ладно, тут этот снайпер. А че, они просто решили подохнуть? Мансит падла сильно так. Руна бот, если что, зарезалась. Может, на снайпера пойдем? Можешь поднять его на меня, я убьем. У меня блин парни есть. Можем под экспу сыграть.
Ой-ой-ой-ой-ой, боже, задрот. Таковато. Да, блин, долетал. Марс еще летит, Марс еще летит куда-то, наверх. Там еще Рики, Рики под тобой. Кухни меня, кухни, кухни. Не знаю, зачем тебя хукать, но ладно, ты там и так справлялся. Иду, иду, иду. А за что у меня он кнопки жмет? Ну вот просто... Персонаж, блин. Го, парни, го-го-го. Не захотят. Да-да. Понял. Сукин сын. Нет! Тяжело Аршан играет. Да не. Сейчас у меня гоним будет еще и там легко забрать. Я бегу, можем драться. Да-да-да-да-да-да. Блять, сори. Я шар себе купил, не то шар. Ой-ой-ой, здесь. Сзади. Братан, ну, ты извиняй. А что это такое? Тут вар стоит. Парни, я хилюсь. Го бэк просто, го бэк. Мне надо ману залить. Да-да-да. Сюда сладость. Что это? Ревили на лох. А мы без МК. А мы можем их, можем их. Мы можем сейчас тут закинуть. Не-не. Грамот, не прыгай, а просто хукай, все. Можем. 2 секунды ультимейт. Это сзади, сапа сзади, сапа сзади. Как мы с тобой Марса за ультимейт по ней убили?
Уйди, просто. Вот сейчас надо уйти. Блять. Гем, забери. 3 секунды, братец, 2 секунды. Ой, ёб твою мать. А можем. Сука. ГГ, парни. Опа, сюда. Блин, в последнее время на ПДЖ вообще не лузается.